Совсем недавно отмечался всероссийский праздник «День библиотек». С таким замечательным событием библиотечных работников поздравил глава муниципального района Заур Хамирзов, отметив важность библиотечной работы в инфраструктуре района и вручил награды специалистам за безупречный труд и высокое профессиональное мастерство. От души поздравляю. Я искренне говорю, библиотечное дело – это очень большое дело, особенно в наше интернетное время. Бумагу ничто не заменит, цвет чернил на руках, поэтому я хотел бы вас всех поблагодарить. Здоровья всем, благополучия. Мы активно занимаемся ремонтом и строительством новых библиотек. Вот сейчас в Ходзе, я думаю, через пару месяцев откроем новую модельную библиотеку. В планах есть ремонт абсолютно всех библиотек и самое главное – пополнение библиотечного фонда. Еще раз всем здоровья, не болейте, удачи, берегите себя, своих детей, семьи. За большой вклад в развитие библиотечного дела, образцовое исполнение своих должностных обязанностей в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек, почетной грамотой администрации муниципального образования Кашхаврский район награждается Завадина Людмила Викторовна, библиотекарь по работе с детьми на Кирпасской секции библиотеки. Таришева Марина Нурбиевна, заведующая Хачимзийской сельской библиотекой. Хасанова Рузана Кадырбечевна, библиотекарь по массовой работе Центральной районной библиотеки. С поздравлением выступил и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Дальнейших успехов в вашей работе, которая нужна в современном обществе, несмотря ни на компьютер, ни на развитие сети интернет. Вы есть, вы должны быть на этом месте. Оно имеет смысл, оно имеет продолжение. Это и дети наши, которые ходят, это взрослые, которые ходят, читают книги. Пусть все идет таким же всегда манером, таким же планом. Пусть у вас все получается. Будет здоровье, благополучие. Будет та работа, которую вы отдаете душу, сердце. И будут те люди, которые с большим удовольствием ходят к вам, берут книги, общаются с вами, получают то, что нужно от них. От общения с вами. Здоровья, мир вам, благополучия, всего самого наилучшего. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Всероссийского дня библиотек, почетные грамоты Совета народных депутатов муниципального образования Кашхаврский район награждается Чикалова Татьяна Анатольевна, заведующая Майской сельской библиотекой. Фахрина Надежда Ивановна, заведующая Казенокутовской сельской библиотекой. Малакова Рузета Овесовна, библиотека по работе с детьми, Всероссийская модельная библиотека. Завершилось торжественное мероприятие общим фото на память.